Владимир Путин сегодня назначил нового полномочного представителя в Приволжском федеральном округе. Им стал Игорь Комаров, который до мая этого года возглавлял корпорацию «Роскосмос», а в последние месяцы был заместителем министра науки и высшего образования. Указ опубликован на сайте Кремля. До Комарова полпредом президента в Приволжском федеральном округе работал Михаил Бабич, которого Владимир Путин 2 недели назад назначил послом в Белоруссии.